По словам местных жителей, еще недавно этот подъезд, как и остальные в доме номер 70 по проспекту Ленинского комсомола, находился в плохом состоянии. И неудивительно, многоэтажки более 50 лет. Даже старожилы не помнят, чтобы здесь когда-то производился ремонт. Но в этом году ситуация резко изменилась. Подъезд вошел в программу текущего ремонта. Хорошие цвета подобраны, все заделано. Тут плитки, которые были побиты. Вы довольны, да? Да. Согласовывали изначально. Очень, очень, есть, очень есть. Спасибо. Пожалуйста. В этом году в рамках текущего ремонта многоквартирных домов в Ленинском районе запланировано отремонтировать 531 подъезд. Сейчас работы выполнены более чем на 50%. Реализация плана стала возможна благодаря губернаторской программе по софинансированию ремонта подъездов в Московской области. Убедиться в том, что в Ленинском районе справляются с поставленной губернатором задачей, некоторые подъезды города Видное проинспектировал депутат областной думы Владимир Жук. Небо и земля по сравнению с тем, что было. И мы сейчас опросили их жителей, которые как раз спускались по лестнице, с ними поговорили. Всюду доброжелательное отношение. Все понимают, что есть неудобства, конечно. Неделя-две им придется потерпеть. Но зато они получают подъезд, который просто приятно зайти. По сравнению с тем, что было, это совсем другое дело. Однако не каждый дом в муниципалитете вошел в данную программу. Их отбирали по определенным критериям. Текущий ремонт предполагает реставрацию входной группы, покраску стен в подъезде, замену осветительных приборов, ремонт либо замену почтовых ящиков и 15% напольной плитки. Основным условием участия в данной программе было то, что в многоквартирном доме есть совет многоквартирного дома и избран председатель. И то, что многоквартирный дом согласен на софинансирование. Плюс к этому состояние самого подъезда. Без софинансирования ремонт такого объема занял бы долгое время. А благодаря губернаторской программе запланированное количество подъездов будет приведено в порядок за 3 года. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.